Раз, два, три. Маламадра сходит внутри. Пять, шесть, семь. Он подкинет себе проблем. Восемь, девять, десять. Убегайте, не стойте на месте. Всем привет, друзья, с вами Маламадрас. Встречайте одну из самых старых и крутых рубрик на моем канале «Прятки с маньяком в PUBG». Почти 2 года назад вышла первая часть, и вот сейчас уже получается по счету аж 4-й выпуск. Я оставлю ссылку на плейлист с 3 предыдущими частями в описании. Как вы знаете, в стимовском PUBG получила мощное обновление карта Санок, а также там появилось одно таинственное и секретное место – тайная подземная лаборатория. Я снимал об этом отдельный выпуск «Необъяснимо, но PUBG». Если вы не видели, обязательно посмотрите. Так вот, один из моих зрителей предложил сыграть в этой локации в маньяка, и, конечно же, я не мог не отреагировать на это предложение. Из всего цикла «Пряток с маньяком в PUBG» это будет самый крутой, атмосферный, в меру жуткий и смешной выпуск. Поэтому не забудьте поставить лайк и оформить подписку на канал. Иначе вы помните. Раз, два, три. Мы собрались в скромной компании, и, кстати, всех, кто играл, благодарю за участие. Особенно Никиту Иракеза и Свету Ветер. Это мои друзья-ютуберы, и ссылки на их каналы я оставлю в описании. Итак, перейдем к правилам. Мы их немножечко подкорректировали. Есть один маньяк и 6 выживших. Место действия происходит в бункере на буткемпе, исключительно на нижнем этаже. Маньяк может использовать только оружие ближнего боя и кулаки. Но, насколько мы знаем, в ПК-версии есть крутая механика броска оружия ближнего боя, чем, соответственно, маньяк тоже может пользоваться. Так как мы играем без рюкзаков, у него может уместиться всего лишь 2 мачете. Выжившие же могут брать медицину, броню, флешки, а также обязательно берут в руки оружие без патронов, для того, чтобы бегать чуть-чуть медленнее маньяка, чтобы он чисто физически смог их догнать. Выжившим дается 1 минута времени спрятаться, затем маньяк выходит на охоту. Раунд длится 10 минут, и если за это время маньяк нашел и уничтожил всех в бункере, выжившие проигрывают. Если хотя бы один за это время спасется, то он может убежать из бункера и покинуть это жуткое место. И, естественно, тогда проигрывает маньяк. Все просто. Мы условились, что маньяк не будет специально кемперить нокнутых, а будет давать шанс им подняться. Итак, в первом раунде я решил отыграть роль маньяка. И желаю всем приятного просмотра. Дам небольшой спойлер, будет очень круто, так что запаситесь попкорном, желательно вырубите свет, задерните шторы и наслаждайтесь. Ну что, друзья, на счет 3 готовьтесь. Раз... 2, 3. Поехали, минута времени, ребят. Разбегайтесь. А я пока буду следить за вами с экранов. Страшно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, как бегают все, блин. Жучки-пятачки. Почему мне кажется, что это будет легкая задача вообще их найти? Кто не спрятался, я не виноват. Я иду искать, все затаили свои жопки. Ну, естественно. Дайте угадаю. Никто не успел. Че, дурак, что ли? Прятаться не надо? Иди сюда. Здравствуй, родной. Ну, почти. Здравствуй. Подожди, а где еще одна? У меня 2 мачете, да? Все, одного взяли. Ну, что-то это было очень глупо, на самом деле. Пытаться байтить меня, что-то как-то ждать меня. Ну, ладно, пусть тебя поднимут. Хорошо. Я не против. Так, это еще одна лестница. Что-то я сам запутался. Ну ничего, ребятушки мои. Я вас найду сейчас. О, тишина. Ой, привет. Здравствуй. Куда ты побежала, родим? О, еще один кто-то. Ать, не успел. Маленькие вы мои. Крысятки. Попрятались, да? Думали, я вас не найду. Вот, еще одна мачетка есть. Ладно, я не буду за ними ходить. Пусть поднимают друг дружку. У меня есть еще...
Ой, сквачили. Вот это была подстава. Вот это дезориентация просто. Кстати, у меня осталось всего 8 минут. Я что-то так тоже всех отпускаю. Пойдем сюда. Нет, тут тупик. Где-то был морг. Тащила. Собака, блин, реально жесть. Это просто жесть, куда ты делся? Здорово, Никита, я тебя узнал. Так, я справляюсь отлично. Не, можно себя реально маньяком настоящим почувствовать, играя в такие игры. Интересно, не хватает музычки такой какой-нибудь таинственной. На самом деле, но зрители-то ее увидят. Дам им время. Дам им время, у меня еще есть... О, привет. У меня еще есть времени, вагон. У меня, блин, у меня один общий стоит, конечно же, этот. Секундомер. Ну, прошло 4 минуты, из них 1 минута это на прятки. То есть у меня еще 7 минут. Здравствуй! Здравствуй! Ох ты! Ё-моё! Ничего не видно, собака! Капец, они меня слепанули! Иди сюда! Это интересно, это вообще, это супер. Спасибо разрабам просто за их локацию. Просто, ой, а кто умер? Куда ты спрятался? Ты куда-то спрятался? А, ладно. Хорошо, живет. Слушайте, а сейчас уже начинается интересное, потому что времени остается мало. Ты куда? Ты ко мне домой хочешь, да? Да блин, как я не попал-то? Что я делаю вообще? Ой, привет, вот это точный хедшот. Просто так, что я забрал? Лишнее? На, попей. Не, это изи, это изи. Я тебя сейчас с кулачка догоню, дорогой. Да ё-моё, как так-то? Не догоняю. Хорош. Иди ко мне, малыш, иди. Кто ты, кто бы ты ни был, просто иди ко мне. Я догоню тебя. Я догоню тебя. О, вы типа хитрожопые? Иди сюда. Не, жесть, это сложно. Это реально сложно. Где мои штуковины? Куда они делись? Да куда все пропало? Вот они. Остается немного времени. Хватит, все, успокойтесь, успокойтесь, мои дорогие. Сколько осталось? Осталось 4. То есть сдохло всего 5. Мне не так много времени. Я дам им немножечко пожить. Я дам им немножечко почувствовать себя людьми. Вон они. А я за тобой пойду. Привет. Чё, в моржик, да? В моржик пришел. Правильно, правильно, в моржик. Это как раз недалеко. Далеко идти не надо. Далеко идти не надо. Ой, привет! Чё-то вы, ребята, прячетесь от меня. Прямо на видных местах. Теперь я от них убегаю. Интересно, кто-нибудь пойдет за мной? Они что-то осмелели нахрен. Ну, давайте. Давайте. Интересно, зайдут? Мне кажется, они зайдут. Им уже самим скучно от меня убегать. У меня есть еще 3 минуты.
Ну что, доигрался? Доигрался. Ничего, все, теперь у меня мало времени. А теперь мы начинаем реальную охоту. О! Это просто замечательно! Это просто замечательно. Мне кажется, я придрочился играть. Не-не-не. Времени мало. Времени мало, остается очень мало времени. Все, надо идти всех валить. Никаких больше помощей. Бам! А он умер. Подождите. Их двое тут. Я прям говорить ничего не могу. Ну что, осталось 2 минуты. И у вас есть все шансы выиграть. Будет ли тебя поднимать твой товарищ? Или забьет хрен на тебя? Ну, в принципе. Довольно грамотным решением было бы. Забить хрен. Минута. Походу, они так и сделали. Чисто по тактике. Ну, то есть, продать тиммейта. Потому что остался один выживший. Окей. Ну да, это логично, это логично. Куда же ты спрятался, а, маленький? Куда же ты спрятался? Здорово! Ах ты... Просто секунда в секунду. О, просто секунда в секунду, я закончил раунд, ребята, за 2 секунды до конца. Да, 10, было 9.57. Ладно, нам не хватило. А я еще и думаю, вы красавчики, типа вы, ну, решили продать последнего, чтобы затаиться, типа, если бы сейчас ты затаился, я бы, ну, просто проиграл бы. Так он и затаился. А что он затаился? Ты бы нашел просто. А я в итоге, короче, выиграл. Это было жестко, ребят. Я так переживал, вот, что я сейчас не найду никого, но это было интересно. Первый раунд закончился, и он был очень крутым. Мы решили провести второй раунд, только на этот раз я решил поиграть в роли выжившего. А мастер слива стал маньяком. Я готов. Я не могу мачете выкинуть. Раз, два, три. Все, погнали, минута. И переходи в другой диск. Так, ну что, прячешься? Блин. Кстати, сейчас можно уйти в этот... Ну, в морг? Может, в морг, типа? Может... Я в морге был, если что, морг вот там. Вот. Я уже в морге, просто там тупичок определенный есть. Тюрьма дальше, и там лучше не прятаться. Я пойду куда-нибудь еще спрячусь. Я тоже, наверное. Это морг. Здесь морг, я не хочу здесь прятаться. Давайте все в одно место и кулаками просто. Нет. Так. А была где-то операционная. Вот, еще. Я в операционной, кстати. Я за нее и спрячусь, пожалуй. А меня видно, интересно? Нет. Не, ко мне не надо, пожалуйста. Ой, я спрятался, короче. Все, 15 секунд, ребят, да, этот... Есть. Пока мы стоим, я могу сразу, я буду флешку сразу заряжать, потому что... Угу, я тоже. У меня просто тогда одна была, и я хотел... Кто не спрятался, кто это? Я не виноват. Да-да-да.
прячешься. Я кину флешку, как только дверь откроется. Вот, примерно вот сюда. Так, налево. Вы запущенные все такие хитрожопые. Я тоже. Кто это? Че, он уже к вам пришел? А-а-а. Серьезно? Так быстро? Да. С радаром играет. Он ко мне идет, походу? Я не знаю. Это я иду я. Свет, зачем ты притащил? Я убегаю. Так, все нормально. Я его зафлешил, друзья мои. Да? Но все равно не мельтешим у него под ногами, ему и так тяжело. Он убежал. Он пробежал мимо меня. Он ко мне идет. Прячься, Макс. Нормально, я благодаря флешкам иду. Я его ослепил. Хорош. А я обратно. Взяли с флешкой в руке тоже бегать. Пришла ко мне. Зачем ты пришла ко мне? Это мое место. Он идет. Нам жопа. Блин, где ты меня заслепил, Никита. Бывает. Все, жопа. Не, его нет здесь, нормально. Так, стой. Нам же оружие надо еще. Бежал без пушки, вот я олень. Ой-ой-ой. Понял. Блин, сорян, ребят, я нарушил правила. Забываю, что без пушек, типа. Бывает. Камни, броник весь. Макс, он там вот, да? Да-да-да, вон он. Отвлеки его на себя. Он по мне попал. Я его флешнул. Я тоже. Флешку кинул, почему? Я пошел. Тихо. Свету. Короче, поднимаю. Мне жопа, походу. Или нет? Так, меня поднимают. Я поднимаю. Отлично. Спасибо. Так, он меня потерял. Он меня зажал. Так, погодите. Спасибо. Уходим. Нет. А он меня потерял. А-а-а, Никита, живи. Ничего, сейчас. Ничего, нормально. Блин, у меня флешки кончились, одна осталась. У меня тоже одна есть. А где он? Есть инфа? Он у меня, он на мне. Побежал в сторону Светы. Надо тебя поднять же. Меня поднимает. Поднимает, да? Все, он тут уже, и он побежал к нам. Оп. Ты вы что делаете нахрен? Страшно. А кто это стреляет? Не знаю. Это я два патрона выстрелил. Не надо так делать. О, вижу, он бежит за Светой. Я его пугаю. Так, я вижу. Не надо пугать. Свет, он прямо за тобой. Давай, я флешу его. Не зафлешил. В итоге я зафлешил. Это надо поднять. Я сам себя. У нее лоу хп. Тихо, я сам себя зафлешил, он за мной пошел. Он на мне. Он на мне стоит. Блин, Свет. Ушел, он ушел в твою сторону. Хорошо. Но я не могу тебя понять. Поднимайте. Я не могу. Не-не-не, он на мне. Он что, кемпераст? Нет, он ушел в сторону Яны. Иду. Он за мной? Подумай. Нет. Я с флешкой, если что, стою открытый. Все, уходи, Свет. Отлично. Уходи. Он здесь, да-да-да-да. Он флешный. Все хорошо. Так, я у этой двери прячусь до хера вообще. Он ни разу еще сюда не зашел. Где лестница? Свет, уходи и лечись. А, блин, у меня аптечку тебе не дал. Он мимо меня бежит. Возле лестницы. Не надо. Он тебя увидел? Да. Он меня почти съел. Не надо так. У меня флех нет больше. Тоже. Так, я вижу его. Никит. А я хилиться должен сейчас, погодите. Тихо. Отбил. Блин, когда много флешек, это очень круто. Ребята, 6 минут еще. Да. Ай, больно. 6, мы еще, мы класс. Ребята, он за мной бежит. Свет, уходи. Здорово. Блин, я у него почти мачете украл. Да? Блин, опять я флешку кинула, хреново. Ай-яй-яй, я застрял. Так, я в центральном зале, если что, он здесь бегает. Свет, он с тобой? Где? Я здесь, Свет. Я в коридоре, он на мне. Тебя поднимут? А флешка взорвется? Он на мне. А флешка взорвал. Флешка взорвется, если в руках держать ее долго? Да. Если нет, кнопку R нажать. Макс, ой! Минус 40. Серьезно, он добил? Я его в двери поставил. А, хотя нет, меня можно еще попросить. Поднимайте, если есть возможность. Надо на себя его надо. Нам главное время тянуть. Все, красиво. Надо время просто тянуть. Подъем 4 секунды работает. Поднимите так, он меня. Он милый. А ты где? Я возле краны.
Он в центре. Блин, я у него почти упал. Он здесь, нет? Так, Вилкис где-то. Нет? Нет, 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 нет. Ребят, поднимайте, он нам не был. Он нам не был. Хорошее место. Да, блин, как его слепить, чтобы себя не слепить? Вопрос отличный, да, по-моему? Двигать! Кто бежит? Так... Как у нас много флешек. Я лечу. А у меня мало почему-то. Ну я уже давно все свои... 4,5 минуты. Ой-ой-ой! Туда ему, оп! Он слепошарый, он слепошарый! А, нет, мне жопа! Макс, беги! У меня кончилось вообще все, у меня пустой инвентарь. Это тоже все кончилось. Фу, он меня потерял! Что? Забирайте, забирайте мачете! Он в центре сидит! Да зачем вы вокруг него не бегаете? Вы, ну, как бы надо, нам, мы же должны спрятаться. Прятаться, прячьтесь, он за мной бегает! Ай-яй-яй-яй-яй! Да-да-да, я вижу. Не, уходи, нормально, он в центре, он остановился, Свет, уходи. Не иди только ко мне, не надо в эту дверь заходить! Все, Свете жопа, я полагаю. У нас один Даня сидит и не бегает, по-моему. Правильно делает. И я. Ребята, я в Свете. Ой-ой, а почему я без оружия? Я до тебя не дойду, Свет. 3,5 минуты, ребята. Возьми оружие, Аня, нормально. Возьмите Никиту, пожалуйста. Нет, иду. Он добивает. Даня. Сам себя слепанул. Даня, беги ко мне быстрее. Быстрее. А почему? Нет, ладно. Тихо, все, меня добили. А что так громко? Нет. Ребята, у нас 3 минуты. Извини, пожалуйста, прости. Все, беги, беги. Я набегаю. Нет. Почему? Никита, не говори в общий чат. А что, меня поднимут вообще сегодня, нет? Нет. Не думаю. Да вы гоните? Я первый раз нокнулся вообще за все время. Поднимите меня, пожалуйста. Я 0 раз. Пожалуйста. Пожалуйста, не бросайте. Да. Не бросайте. Я нашел! Даня, подними Макса. Так а что, дах вот этот, дах, ты кто? Давай поднимай наших, ты что там засел? Я дах 9. Так давай, иди, поднимай нас. Все, я тут, давай. Ой, хорош. А я думал, у нас типа все мертвые. Не-не-не, еще Яну надо поднять. Сейчас попробую. Ой-ой, она к нам ведет, он к нам ведет. Или она, ничего или страшного. Он... Нормально. Сейчас. Макс, побеги, да, если я... можешь, побеги к Яне. Даня, ты видел, он а здесь. А где Яна, где Яна? Он здесь. Оббегай по правой части. Надо было мачете своровать. Одна минута 50 секунд. Я уважаю его. Можешь поднять, он за Максом бежит. Поднимите. Ребят, я наверху. Поднимите. Поднимай. Поднимай. Ай! Ой, зачем я так сделал? Ай. Да все, короче. А, ладно, Дань, короче, поднимай и просто не ныкайтесь. У нас просто осталось 1.5 минуты. Да, прячься. Просто засядьте и прям тихо сидите. 1.5 минуты. Он в центре сейчас идет в электрощитовую. Главное, не дергайтесь. Ошибка. Блин. Печально, ладно. Ой, хорошо. Надо было украсть мачету. А, нет. Все, Дань, ты, короче, один остаешься. У тебя есть минута времени. Нет, да, минута Даня, времени. Живучий. Просто постарайся вообще засейвиться. Одна вот минута, Даня. Шикарно одна лежишь минута. Вообще. Он на тебя вышел. Нет, он в другую сторону убежал. У тебя флешки еще есть даже. Вообще нормально. Фу, это капец интересно за выживший копить. Ну, бустайся, конечно. У тебя 45 секунд. Мне кажется, лучше сесть. Хотя нет, сесть увидит. Конечно, он кругом может тебя обогнать. Но если он тебя найдет, просто манси как сумасшедший просто. Там прохода нету. А, манси, он косой. Я слышу, он идет справа. Да ладно. Сиди до талого. Ты уверен, что справа нет прохода? Справа нет прохода. Да, там нет прохода, 100%. А я... 19, 18, 17, 16. Да. О, отлично, 10 секунд. Просто 10 секунд, мы тащи, выиграли. Тащи. Ребята, поздравляю с победой. Подожди, сейчас он последнюю секунду прилетит. Не-не, он Все, не прилетит. Огонь, 3, огонь. 2, 1. Ну погоди, еще у нас может быть рассинхрон таймера. Я проиграл. Все. Так, все, отлично. Так, значит, да. Даня спрятался второй раз.
Ну вот и все, друзья мои. Во втором раунде команда выживших победила, пусть и потеряв большинство. Все же один сбежал, а это все равно победа. Я надеюсь, что этот выпуск «Пряток с маньяком в PUBG» вам понравился, тогда обязательно ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал. Если видео соберет, скажем, 40 тысяч лайков, то мы в скорейшем времени запишем новую часть в каком-нибудь другом жутком местечке. Ну а с вами, как всегда, был Маламадрас, увидимся в новом видео. Всем пока!